Травневая со светом. В селе, куда недавно передислоцировались украинские военные, возобновили подачу электроэнергии. Пока, правда, только от генератора. Жители до сих пор фактически отрезаны от других населенных пунктов. Помогают им пока только военные. Репортаж Александра Махова. Попасть в Травневое можно только на военной технике. Это село постоянно под обстрелом. Протягом сегодняшней добы, там, каждые 2-3 хвилини, в Вівсябі понад 100 мин, был прильот 120-х и 82-х. В Травневом осталось всего около сотни жителей. Сегодня военные и представители международных организаций привезли им продукты и теплые вещи. Есть денежные гранты, это есть психологическая помощь, это есть топливно-обогрева помощь. То есть мы сейчас посмотрим, чем люди нуждаются, и потом уже будем организовывать сюда какие-то конвои. Годовалый Егор – самый маленький житель села. Выехать в безопасное место семья не может, некуда. Его матери помогают армейцы. Памперсы, детским питанием, все, что не попрошу, мне все военные привозят. Из-за постоянных обстрелов до сих пор не могут отремонтировать линию электропередач. Поэтому свет в дома подают всего 3 раза в день, по нескольку часов. Данного генератора хватает запитать полностью все село. Запитано полностью все улицы. Все дома, которые люди проживают, в которых все запитаны. На этой неделе в Травневое обещают привезти стройматериалы для восстановления разрушенных домов. Из Донецкой области Александр Махов, Сергей Мос. Сегодня канал «Украина».